Место здесь хитрое. Ни справа, ни слева не обойдешь. Видел, откуда бьет? Не уверен, товарищ лейтенант. Ваша главная задача — держаться. Держать позиции. Скоро пополнение будет. И снайперы будут. Уничтожу всю колонну. Снайперы среди уцелевших есть? Нет, товарищ майор. Набирай из тех, кто есть. Ложитесь и стреляйте во вторую мишень. А куда его бить, товарищ лейтенант? Мы представляем исключительную важность для будущего прорыва армии. А куда бить врага, чтобы сложить его наповал? Была бы белка, бил бы в глаз. Чтобы шкуру не повредить. А фашистская шкура кому нужна? Ну ты, Черен, языка притащил! Среди русских появился снайпер. Организованно сработали. Куда же все-таки следует стрелять врага? В сердце, товарищ лейтенант. Как вас зовут? Егор. Черен. Also, господин Черен, очень приятно познакомиться. Ich bin Oberstleutnant von Rüllig. Полагаю, вы стреляли чуть выше сердца. Моя пуля легла ровно. Думаю, фашист не будет стоять передо мной в полный рост. Скорее, будет лежать. Через плечо пуля и достигнет сердца. Vorbereiten zum Angriff. Готовьте атаку. К бою!